Привет! Я заскамил своих подписчиков. Этот тейк не просто, чтобы привлечь ваше внимание к видосу, а реально некоторые люди считают так, что я скамер, что я наебщик, обманываю людей. Этот видос будет как саморазоблачение, хотя разоблачать даже нечего. Я вам расскажу историю бренда, почему он закрывается, к сожалению, как я обманул своих подписчиков на планы тренировок и вообще почему я перестал снимать. Я все аккуратно разделил на пару групп, и сейчас мы начнем по порядку. Начнем мы с планов тренировок. Начал продавать планы тренировок я потому, что увидел запрос, я увидел нужду у людей. Они у меня часто спрашивали, хотели купить. И как-то пришел ко мне один там большой блогер и попросил, чтобы я сделал ему план. Вот так все, в принципе, началось. Но со временем это просто превратилось в какое-то, не знаю, это начало ощущаться в моей голове, как какое-то инфо-цыганство, что ли. Я вижу просто маленьких блогеров, не знаю, не то, что я тоже не особо большой, но ты когда начинаешь, там у тебя пару тысяч подписчиков, 5-10 тысяч подписчиков, ты уже начинаешь продавать свои услуги, а сейчас очень много развелось челиков, которые накачались, накачаться в принципе не так уж и сложно, но сегодня не об этом. Вот они накачались и уже сразу продают. И их просто миллион, их куча в ТикТоке. Я чувствую себя не так, как раньше, когда я только там буквально пару человек этим занимались. А я чувствую себя реально инфо-цыганом. У меня было чувство, как будто это может сделать каждый, кто вообще приложит хоть какие-то усилия. Конечно, со временем я понял, что люди покупают курсы не потому, что они не знают, а потому что они не хотят сами узнавать, они просто хотят взять то, что ты взял из интернета, сложил все в одну кучу и продал им. Им так удобнее. Это, ну, со временем уже ко мне пришло. Но изначально я думал, что это реально не очень-то и сложная задача. Зачем я вообще этим занимаюсь? И это все привело к тому, что я просто настолько выгорел. Я уже из последних сил этим занимался. Я настолько выгорел, что забросил тот свой аккаунт, на котором я продавал планы тренировок. И как оказалось, там осталось пару людей, которым я не сделал план, то есть наебал, то есть скам. Но я о них просто забыл. Уже мы там с одним челиком все решили. Он мне помог, сделал всем планы, все супер, спасибо. Этих людей, которые не получили планы, их буквально было пару человек. И они все написали в чат телеграм-канала моего, и у людей сложилось чувство, как будто я всех наебал. Но чтобы вы понимали, я продал чуть меньше, чем 1500 планов тренировок. Это с питанием, со всем. И из-за этих пары человек сложилось у всех впечатление, как будто я всех наебал. Но на самом деле нет. 1500 человек получили свои планы тренировок, и у них все хорошо. Просто, ну, вот так вот получилось, ребята. А доверия и отзывов у меня раньше было просто, ну, не знаю, куча. Все мне доверяли, все, у меня было очень много отзывов, и они все были не накручены, я ни разу не занимался накруткой ни на бренде, ни на планах тренировок. Все делал, в принципе, честно. Самая печальная новость, из-за которой я решил записать этот видос, это закрытие бренда одежды. Те, кто меня знают, они, скорее всего, знают, чем я занимаюсь. И что моя главная деятельность сейчас, это не планы, ничего такого, это бренд одежды, которую мы открыли с моей мамой. Я думаю, лучше начать с истории бренда, чтобы вам все было понятно. Началось все с того, что я просто подхватил, как челики на американском ТикТоке начали ходить в зал в пижамных штанах, типа комфортик, домашняя обстановочка, тудым-сюдым. И я был одним из первых, кто этим начал заниматься в ТикТоке на ру-ТикТоке. И из-за этого люди начали спрашивать часто, где я покупаю свои штаны, где взять такие же штаны, блять, мы тоже все хотим. А я покупал эти штаны в H&M, в Бершке, в Заре, неважно, они типа не очень дорого стоили, но это оказалось ошибкой, потому что я покупал эти штаны каждую неделю, может максимум две. Они просто рвались на силовых, они рвались в зале, они рвались между ног. А моя мама занималась шитьем. У нас дома стояли машины, она умела это делать, она очень много проработала в этой сфере, хотя раньше была актрисой, потом начала шить. И вот мы с ней решили, а давай-ка попробуем просто купить ткань, сделать штаны мне, чтобы я в них походил, затестим, укрепим их, сделаем их не такими ужасными по качеству, как в масс-маркете.
Мы их укрепили везде абсолютно, сделали максимально качественный пошив, потому что моя мама очень принципиально не хотела делать кал. В принципе, я тоже. Она очень сильно старается, и получилось так, что штаны получились реально очень годные. Мы задумались, а может сделать, может начать продавать эти штаны. Людям очень нравится, реально спрос на эти штаны очень большой. Придумали логотип. Очень долго над ним ебались вообще. И началось все с пижамных штанов. Потом уже как-то все перетекло в вот такие штаны, как на мне сейчас. Добавились кофты, футболки, но это все не важно. И все, в принципе, неплохо закрутилось. Но заниматься бизнесом с семьей, с лучшими друзьями, как вы, наверное, в многих случаях слышали, что это не очень хорошая затея, оно все как-то закрутилось. Я не говорю, что мама моя виновата. Это все было не производство, я очень ей благодарен, что вообще из-за нее все началось. Это не ее инициатива, но она очень много приложила усилий, чтобы сделать все качественно и хорошо. Она очень много терпела, так же, как и я очень много терпел. Ну и вот мы натерпелись. Во-первых, мы жили в одном доме. У нас был большой дом, где стояли и машины. Мы с ней пересекались в доме, делали штаны вместе. Все было классно. Но сейчас она переезжает. Мне тоже надо переезжать в другой дом. Штаны стоят очень маленьких денег-то на самом деле. Для Украины, там где я продаю, для Европы еще не так, но для Украины это очень весомая сумма за штаны. Люди не понимают, за что они платят. Хотя навара у нас там... Ребята, ой-ой-ой, как мало. И все сошло к тому, что мы просто особо ничего не зарабатывали с ней, с этого. Нам надо было делить прибыль с одной пары на двоих. Так еще и там процент был небольшой. Цену увеличивать уже в принципе некуда, потому что это были бы какие-то очень люксовые штаны. Но в пошиве они очень дорогие и энергозатратные. Там очень много еще своих всяких разных нюансов было, о которых я не особо хочу рассказывать. Но я не ожидал. Я был готов, что это все закончится, но не ожидал, что так быстро, что так резко. Мы еще работаем до 25 числа, а потом временно закрываемся. И, скорее всего, дальше это уже не будет такой семейный бизнес, как вы привыкли видеть. А, скорее всего, это будет уже что-то более глобальное. Ну и штаны, естественно, будут стоить дороже на первых этапах, пока будут заказы не очень большие, не в очень больших количествах. Нам надо же будет снимать еще какую-то студию для того, чтобы машины ставить. Надо будет нанимать человека, платить ему больше, потому что мама у меня брала не особо-то и много. Очень печально об этом рассказывать, на самом деле, но вот так все случилось. Там были пару людей, которым я не отвечал после заказа, но у меня нету такого, что я хочу кого-то заскамить, что я скамер, наебываю людей на деньги. У меня очень также много отзывов в Инстаграме по поводу штанов. Все мои друзья ходят в штанах, бывшие, не бывшие. У людей очень много фоток в моих штанах. Я в Лодзе даже у себя узнаю очень много людей в моих штанах. Это уже как будто бы показатель, что это не скам. Но опять же, из-за таких количеств, в которых все продается, мне кажется, везде есть какие-то погрешности, какие-то ошибки, на которых мы учимся. Мне кажется, насчет бренда я очень как-то импульсивно все рассказал. Возможно, много воды, но вы меня простите, это очень больная тема. Перейдем к третьему этапу. Почему я перестал снимать, вести Telegram, вести YouTube, вообще что-либо делать в соцмедиа? Из-за планов тренировок и из-за хейта, который на меня свалился, хотя раньше я думал, что я вообще очень сильно устойчивый к хейту, оказалось все не так. Когда его столько появляется, ты уже стоишь неустойчивым, а очень хиленьким, хрупким мальчиком. Я начал бояться появляться у людей на глазах, то есть у вас. Мне было просто страшно появиться где-то, тем более в Телеграме, блядь, там, где самая живая аудитория. Получается, все подумали, что я всех наебал. Мне реально было стыдно из-за того, что я на пике был реально очень большим, 85-86 килограмм даже бывало. При росте 1,88 м, как по мне, это хороший результат. Потом со временем я начал ебланить, во-первых. Во-вторых, реально было некогда есть. Надо было есть, блять, по 5 раз в день. Просто нету времени. Если ты занимаешься работой, брендом, продаешь что-то, снимаешь что-то, ходишь в зал, у тебя нету времени есть, блять, 5 раз. Да даже если есть время, не хочется, блять, тратить всю свою жизнь на еду. И вот я перестал этим заниматься. Естественно, я похудел.
Сначала был 79, потом понял, что это прям реально очень мало. Я сделал 80, сейчас я где-то в районе 82 килограмм. Это, как по мне, лучший вес, который у меня был вообще. 85 реально мне чуть тяжеловато даже двигаться. Из-за того, что я похудел, мне было реально стыдно показываться в ТикТоке, снимать свою форму, потому что я не переставал снимать, я снимал все время. Но когда приходило время монтажа, я смотрю, блядь, на эту картинку и понимаю, боже, куда ты лезешь, чел? Ты вообще, бля, задохли. Ну, просто качки поймут, короче. Там в ТикТоке такие, бля, амбалы, такие сухие, а ты вообще не то, не другое. Куда мы лезем, боже? Плюсом еще добавилось то, что я все-таки иногда что-то выкладывал. Иногда попадались хорошие ракурсы, а если вы не знали еще, то все вот эти тиктокерские движухи в плане позирования съемок, это все ракурс, это все свет, это все памп. Ты в жизни не такой. Лично я в жизни не такой. Я знаю по другим людям, которые тоже этим занимаются, они в жизни не такие. Это нету ничего плохого в этом. Типа это жизнь, это база. Все хотят показать себя с лучшей стороны. Иногда у меня получалось. Я выкладываю, я стараюсь над видосом, но он просто не залетает. Как будто у меня не 40 тысяч подписчиков, а, блядь, 1000. Даже на 1000 иногда видосы залетают лучше. Как будто аудитории вообще нет. Как будто ТикТок меня просто закинул в черный список. Это было обидно. Из-за этого я и перестал, в принципе, снимать что-то. Теперь перейдем к выставку, к последнему этапчику. В общем, давно надо было записать подобный видос, объясниться, снять с себя этот груз, потому что он реально был тяжелым. Возможно, людям не понять, но даже когда у тебя не такая большая аудитория, ты реально понимаешь, что они все не просто боты, существующие в интернете, в жизни их нету, а реальные люди, которые думают, обижаются на тебя, надеялись, а ты просто вот как-то исчез. У меня, в общем, пропали идеи для съемок тиктоков по поводу качалки, потому что приоритеты поменялись. У меня уже нету такого, что бодибилдинг, блядь, forever. Что я качаюсь, набираю, бля, жестко, по-грязному, 6 раз в неделю тренируюсь, бля, жру. Нету уже такого, понимаете? А весь мой контент, в принципе, на этом и построен, на основном аккаунте. Я уже не хочу набрать 90 килограмм и нравится только качкам. На самом деле людям, большинству людей не нравятся очень большие люди. Им нравятся просто в меру накачанные люди. Меня перестало привлекать Ронни Колейман, блядь, или там Крис Бамстед, эти все ребята большие, они не мое. Я понял, что просто хочу выглядеть эстетично, красиво, с чистым, без прыщей лицом, не опухшим лицом. Я думаю, после этого видоса, если кто вообще досмотрел, если досмотрел, ты реально чел. Реально бывают ошибки в жизни, они бывают очень фатальные, они бывают большие, серьезные, но кто не ошибается? Ошибаются все, но не все выносят уроки. Я из этого всего вынес урок. Очень такой серьезный, болючий, сейчас у меня из этого всего не очень хороший период в жизни. Мне станет легче намного вообще снимать что-то, появляться в Телеграме. Не будет такого груза, как раньше. В планах у меня заняться Ютубом, потому что ТикТок реально заебал. Он вообще, там ему похуй, у тебя 40 тысяч, у тебя 200 тысяч. Все зависит просто от рандома, блядь. Очень большое спасибо людям, которые до сих пор ко мне подходят. Очень реально, на удивление, даже в Польше очень много подходит людей ко мне, говорят, о, я тебя знаю, ты тот чел. Подходят, даже иногда фоткаются. Это вообще супер приятно. Чувствуешь себя, бля, супер медийкой, хотя на самом деле ты лоу-тап челик. Люди, которые пишут приятные вещи мне в личку, поддерживают, говорят, ебать, чел, у тебя такой классный контент, продолжай, топи, делай, нам всем очень нравится. Я себя часто недооцениваю и думаю, бля, за что меня вообще смотрят, контент говно, но оказывается, людям нравится, и надо просто делать то, что нравится самому и людям. Всех очень люблю, спасибо огромное админам, Санексу моему, Данчике, Грише, который раньше был. Спасибо, что как настоящие воины просто держались за чат, пытались как-то меня, блядь, взбодрить, сделать, мотивацию поднять мне. То есть, в принципе, они до сих пор модерируют чат, на удивление. Реально, вы очень стойкие ребята, я вас очень люблю. Ну и спасибо просто всем, что поддерживаете, хейтите, спасибо. Как раз допил кофе. Замерз, пиздец. Пока. Вот смотрите, какие штаны пиздатые у меня, а?
на стяжечках снизу, с кармашиком. Но, к сожалению, все. Яха, бля!